пришел покататься на аттракционах и попал в «Эко-двор». Так называется акция чувашского отделения экологического движения «Эко». Почти каждые выходные волонтеры учат посетителей городских парков сортировать мусор и рассказывают о его переработке. Пятиклассники 12-й школы из эко-команды «Ремес» разбираются в вопросах экологии лучше многих взрослых. Они главные помощники праздника «Эко-двор». Проводят игры, викторины, раскрывают людям секреты упаковок. Такой треугольник «Дак Рейсайлинг» с широкими полосками. Вот, например, видите на упаковке здесь? Если вы встретите такой знак, это означает то, что эта упаковка переработана и сделана из какого-то пластика. А этот треугольник с неширокими полосками означает то, что этот предмет, этот материал можно еще раз отправить на переработку. В «Эко-дворе» установлены контейнеры для вторсырья. Сюда можно приносить макулатуру, батарейки и добрые крышечки. Собирая крышечки, сдавая их на переработку, вы делаете два добрых дела. Помогаете нашей планете, очищаете ее от мусора. И помогаете деткам, которые проблемы с движением. То есть с 2016 года, с которого существует проект, уже собрано 147 тонн крышечек. И на эти деньги куплено уже 21 единица реабилитационной техники для детей-инвалидов. В «Эко-дворе» собираются все, кто неравнодушен к природе. «Эко-двор» – это общероссийский экологический праздник, который проходит уже более чем в 70 городах России. Основная идея его заключается в том, чтобы мы и взрослые, и дети научились обращаться с отходами, чтобы мы научились понимать, какие виды отходов у нас можно сдавать, какие из них сортируются, а какие, к сожалению, пока еще не перерабатываются. Существует 7 маркировок. Это самые распространенные виды пластика от 1 до 7. Тройка в России у нас, к сожалению, не перерабатывается. Это не очень хорошо. Это все пойдет на полигон. С полигона это все будет тысячелетиями, столетиями разлагаться. Все это сложение выходит в нашу воду, а мы людям тратим деньги, чтобы фильтровать и очищать воду, хотя сами ее загрязняем. Если так рассуждать будут все дети, за будущее планеты беспокоиться не придется. Мария Шоклева, Борис Андреев, Республика.